Привет, друзья! Сегодня у нас будет информативное видео, которое облегчит вам гарантийный ремонт вашего инструмента. Конкретно какого инструмента? Это Bosch и Metaba. Лайфхак, можно сказать, такой. Все мы знаем, что компания Hilti сама забирает инструмент в ремонт. То есть вы звоните на горячую линию, приезжает представитель, забирает у вас инструмент, потом Hilti в своем сервисе его ремонтирует и привозит его обратно либо в офис, либо на строительный объект. Так вот, такая фишка есть у Bosch и у Metaba. Не знаю, почему они особо о ней не распространяются, но это есть. Но есть небольшое отличие от Hilti. То есть, если в Hilti вы позвонили в службу поддержки, сразу приехал человек, здесь нужно заполнить специальную форму. И к вам приедет не представитель Metaba, либо Bosch, а приедет курьер. То есть это будет курьерская служба Major Express. Заполняется заявка на сайте компании. Либо Metaba, либо Bosch. Ссылочки я оставлю в описании. К вам через некоторое время также приедет курьер и заберет ваш инструмент. То есть инструмент должен быть упакован, как вы посылку отправляете. То есть положите это в коробку, все, замотайте скотчем. Также туда положите гарантийные талоны. Если есть у вас сертификат на расширенную гарантию, также его положите туда. Потом, как ваш инструмент отремонтируют, курьер привезет вам его обратно. Но есть небольшой минус. Если случай вдруг будет признают не гарантийным, тогда вам придется оплатить доставку груза из мастерской, либо забрать самому инструмент из мастерской. Что касаемо расширенной гарантии, это все работает. По крайней мере, в брендах с мировым именем это все работает. Таких как DeWalt, Metaba, Bosch, AEG. Это все работает, не бойтесь. Расширяйте гарантию на сайте производителя, и у вас будет честная гарантия 3 года. Еще хочется уделить один такой момент. Раньше компания Metaba давала гарантию на аккумуляторы 3 года с даты их производства. Сейчас она дает гарантию либо 3 года с даты производства, либо с момента покупки. Вот смотрите, когда будете покупать, обязательно в гарантийном талоне сейчас есть графа аккумуляторы. То есть они должны быть обязательно заполнены. Когда они будут заполнены, гарантия на аккумуляторы начинается с даты покупки. Если их продавец не заполнил, то автоматом пойдет с даты выпуска аккумулятора. Надеюсь, данное видео позволит сэкономить вам бензин и, что самое главное, это время. Если ты еще не подписан на канал, подписывайся. Дальше будет еще интереснее. Всем удачных покупок. Пока.